Здравствуйте, с вами Шестопалов Александр, и я веду программу «Все о машинах». Ну вот вы и дождались нового пятого выпуска. На создание этой машины потребовалось очень много времени и инженерное искусство. Это Lamborghini Reventon. Посмотрите на его изящные линии, неотрывистый корпус, новую выхлопную трубу, стеклышки для осмотра стали больше и красивее, фары, салон. Посмотрите, да это даже инженерное искусство, так оно и было. Она у меня на радиоуправлении. Мне особенно запомнилась такая вот новая труба, вот эти вот стекла. Из этих стекол это решетки радиаторов и вот эти новые большие воздухосборники. И изящные вот эти внутренние линии туда еще зачем-то сделали, ну, чтобы машина была покрасивее. И литые диски. Это мне запомнилось больше всего. Но я не оставлю без смотрений одну деталь. Антикрыло. Если бы его не было, машина бы взлетела на такой скорости. А если бы она взлетела, пилотам бы было большое крушение, большое горе. Ну так, расскажем о ее характеристиках. Каждый мальчик, наверное, кто увлекается машинками, должен знать, что у нее 678 лошадей. Ну так вот, у меня турбированная версия есть. Вот это вот она. У нее 750 лошадей. Правда, я не вру. Честно говорю, есть такая версия турбированная. Но скорость при этом не изменяется. Скорость у нее 358 км в час. До 100 обычно у нее 33,1 секунды. А турбированной версии 2,9 секунды. Ну, нам пора прощаться. До встречи. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии. Ставьте оценки обязательно. До свидания.